1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 300, 350. До свидания. Спасибо. Паспорта, да? Да. Нет, я с женой, но она не будет тренироваться, снимать, да. Он уже здесь. Здрасте. На фотографиях жена меня послушает. Привет, Володь. Здрасте. Здравствуйте, Владимир. Добро пожаловать. Очень приятно. Так, перевели? Да, все. Это четвертый человек из России, кто участвовал на мистериальнике. Ну, ты, правда, можешь не ждать. Он вернет. Там, я велкам. Лех, покажи ему мобику. Да. Любой. А, там в панораме, я вот не помню. Все, сейчас, да, я найду. Я привык друг. Все, 23. Это именно андерграунд. Смотри, Мухаммед, тут все. Мухаммед! Здорово! Привет. Как ты? Не вставай, не вставай. А че не записал, не сказал, что здрасте. Ты что, ты готов? Практически, здрасте. Давай, сейчас давай. Переоденусь, на. Здрасте. А че не записал? Я сюрприз хотел тебе сделать. Да? Подожди, пока... Только пока не выкладывай, Мухан, пока не выкладывай. Да? Да. Скажите, а вода у вас здесь продается? Да. О, можно мне? А у вас какой объем? 1,5 литра и 0,5 литра. О, 1,5 литра, где? Две. Не, ну Стас сказал, тебе платить не надо, поэтому я тебе потом будешь выходить, и тебе еще сдачу дам. Вот воду возьмешь. Не, ну я заплачу, так будет правильно. Он сказал, не надо. Все, хорошо. Я буквально здесь пару подходов, за голову потяну, буквально, да, футболку переодену и дальше, да? Хорошо, не торопитесь. Пока разминайся, чувак. Да. Как ты? Нормально. Вот я не выложил. Не выложил? Не, потом. Сейчас. Я просто это была... Я интригу там такую решил сделать. Да и все, она просто была сразу на этом. А, на сторис? Не, я уже не выложил. Ты когда выступай? Решил? Вот, смотри, есть... А Португалия когда? Португалия сейчас в июле. В июле? Да. А в августе что есть? Орландо Про.
Орландо? Да. Я в августе, и Чикаго. И Чикаго тоже август. Да? Да. И, по-моему, а нет, нет, Пуэрто-Рико про... Слушай, в июле я могу. Пуэрто-Рико еще. Смотри, я сейчас начал уже подготовку. Мне 6 недель хватит. А, вы 120? Все, сломали весы, не? А, отсюда не видно, отсюда такое, как будто все размылось. Только 120 показывают, только 120. Я не хочу. Это что такое? 140. Будешь самый здоровый, Мухаммед, на Олимпии. Выдохнул. Выпустил воздух. Спал, проснулся, 20 килограмм плюс, что ли? Предтреник будешь, Мухаммед? Я выпью только. Оба. Не хочу лететь куда-то за визу. Блин. Могу в Египет. Знаешь, могу в Египет лететь. Так, вот. И с Египет потом... Давай как-то. По плану. Понедельник, вторник, четверг, пятница. Как мы тренировочный период назовем? Ноги, спина, грудь, трицепс. Вторник, да? Да. Да. Грудь, трицепс, да. Четверг, думаю, тогда спина, бицепс, ага. Пятница, плечи. А, нет, лучше четверг плечи, чтобы отдохнули до следующей груди. Окей. А, хотя пятница тоже подходит. Правильно, давай так сделаем. Предлагаю тебе еще даже более того, заднее бедро сделать с плечами, а сегодня сделать только квадрик. То есть мышца сгибатель, разгибатель. Мы их разделим, что у тебя равное расстояние по времени отдыха будет между бицепсом и трицепсом, точно так же, как квадрицепс и заднее бедро. Да. А сегодня только перед. Да. Это полбеды. И сначала качаем трицепс, а потом грудь. Сначала качаем бицепс, а потом спину. Да. Знаешь? Когда? Давайте. Как раз мне надо сделать акцент на руки. То есть это я когда двойной показываю, мне это сразу, вот, да. Это из-за фотографии я тебе говорю. То есть, да. Акцент будет примерно такого плана, ты поймешь, да? То есть тебе придется сжать грудь, делать грудь, но без трицепса. Угу. И эффект будет больше. Угу. И спину точно так же. Ты будешь тащить уже более концентрированно спиной, а не руками. Я понял. Окей? Поэтому давай квадрик разминайся. Я буквально еще один подход. Хорошо. Сейчас. Я ощущал, что когда я долго держу здесь руки, оно у меня как бы спазм такой собирается со временем. Я начал делать фронтально. Но фронтально я дошел до больших весов и вижу, что начала талия расти вместе с ногами. То есть из-за того, что я, ну, я 200 приседаю, как бы для меня нормально. А ты думаешь, что это действительно из-за того, что приседаешь, или все-таки связано с гормоном голоса совсем? Я вот прям выявил то, что сейчас в последнее время, как только дошел до 200, начал, у меня прям, смотрю, и ноги растут, и талия. И поэтому сейчас чуть-чуть поставил его... Давай мы фронт сделаем по-любому сегодня, да? То есть давай, сами 12 давай. Не будем, пока да, непонятно да, что. Мы да. Попробуем сейчас на концентрации, на технике отработать. Ты делаешь по-своему, как ты делал. Да. Я немножко делаю коррекцию, ты даешь обратную связь. Задача за эту неделю нам, чем я тебе да, могу пригодиться да, на я дальнейшем. Если я... в принципе, сейчас я уже готов. Если то готов, есть, давай. Да. И да. Нормальный приседел. Да, окей. Да. Тогда мы сначала что делаем? Ты сейчас крутишь. Разминаюсь. Буквально 10 минут, да, чтобы колени в разных плоскостях, такая должна быть легкая испарина появилась. Потом мы с тобой выпрямляем, выпрямление жесткие сделаем. 100%. Потому все. Что сейчас надо проработать, поскольку еще подзалитой в межсезонье. Да, да. Приседать да. Будем. Дальше пойдет жим. И посмотрим, что там еще. Опять хорошо. Пойдет. Все, разминаюсь. Под себя ты нажал, чтобы было удобно. Я понял. Так, в основном что здесь регулируется? Нет, я имею в виду нижнюю часть и спинку. Да, садись. Да, да. Сейчас, я уже вижу, что надо будет. Делаю как обычно, да? Для начала. Да, да. Уже колени. Да.
три. Вот, теперь работа пошла, поехали. Во! Вот мужик, поехали, да, отлично, поехали. Можешь быстрее, может быть. Пошел, пошел. Да-да-да-да, вот она, вот. Во! Пошел, пошел, пошел. Вот, нормально. Так, вниз, не кидай. Давай, давай, давай. Еще. Давай, чуть-чуть. Давай, давай, вот работа началась. Ага. Еще. Еще. 10 раз. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Семь. Восемь. Девять. Молчу. Это прям, как говорится, с ноги в дверь. Оно здесь у меня, да, есть такая тема. Я прям чувствую, у меня сначала здесь всегда, когда оно здесь начинает подгорать, только потом уже вперед. По готовности или как? Я в принципе. Сейчас, сейчас, отдохни чуть. Меньше повторений не будет точно. Я понял. Сейчас за водой сгоняю. Давай. Два. Не бей плечо. Ага. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. О, четырнадцать. На. Семнадцать. 18. Это мало, мало, 20. Поехали, 21. 22. 22. Пошел, 24. 25. Еще. 27. 28. 29. 30. Еще 10 раз. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Малочек. Ну вроде не тяжело, но печет страшно. Нормально, нормально. Еще два подхода. По всей плоскости бедро. Ну все равно у меня всегда акцент. Что фронтально, что жим. У меня, кстати, жим платформы хорошо чувствую. Больше эту каплю. Но она не отстающая, то есть бедро отформировано хорошо. То есть это не тот момент, где. Да. Просто в нем прогрессировать, чтобы глубины было больше просто. Насколько сильно объем слезает, когда ты начинаешь подсушиться? Ну, я ноги теряю, я вообще все мясо теряю, когда делаю вес. Я 103-104 хороший, попозже покажу фотографии. И начинаю там, даже 98 вообще, один вид, и вот 96, все. У меня такое ощущение, что вот ну, талия, она и так широкая. Остается только талия, ноги уменьшаются, руки уменьшаются. Ты вакуум делаешь? Да, без проблем. Ну, сам не делаю, но имею в виду не тренирую, но в целом могу. Ну, когда я сливаюсь, вода с органов уходит, талия тоже уменьшается хорошо. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Сейчас капля пошла. Десять, да. Одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Пошел, пошел. Четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Еще. Девять. Работай. Два, пять раз. Четыре, еще. Еще раз. Ну какой так, брат? То есть, а понимаешь, в чем история? Если у нас не наработана тренировочная сила, к сожалению, все будет свалить. То есть тебе мясо, которое ты приобрел, за счет фармы, за счет еды, за счет питания, да. Ты только его должен проработать, наработать. И только из-за этого оно у тебя будет оставаться.
То есть наша задача потом, чтобы все мясо оставалось. Поэтому не будет вот этих тренировок там, блядь, с драчевым весом. Нихуя. Нет, до самого конца вкалываешь. До самого конца веса. Потому что как только веса убираешь, если ты переходишь на многоповторку, нет такого понятия легкая, тяжелая. Забудь про слово легкая. Сегодня это легкая тренировка. Вот это сейчас легкая тренировка. И вот такие тренировки должны быть. То есть независимо от того, вес все равно должен увеличиваться. То есть, чтобы ты понимал, вот этот вес, ну, для твоих ног это просто... Понял? И тогда ты не будешь терять так сильно объем. И это большинство, это один из самых, как, знаешь, блядь, одна из самых распространенных ошибок. Когда кажется, что да, сейчас масса, мы теперь начинаем сушку, и начинаем в гербарии засушиваться, а по факту вылезают все свои недостатки, блядь, а все достоинства, в которых ты работал полгода, блядь, они уходят в унитаз. Я понимаю, да. Понял? С помощью работы. То есть, обрати внимание, то есть я начал, не могу, блядь, что значит не могу? Ну, тут какой момент, веса не проблема, я не привык в таком высоком диапазоне работать. Ну, то есть, вот 15-20 – это мой предел, дальше да, я обычно не заходил. Да, 15-20 я тебе уверяю, что ты сделал, да. Ты же не на топе повторений да, сделал. Да, причем, да, более да. того, насколько ты сделал это концентрированно, до да хрена с два. То есть, сейчас… То есть, вот тут есть этот момент, я бы сам кинул на 10 повторений конечно, раньше. Здесь и фишка, бля, давай укупну мне, да, работай, да. блядь. И вот тут фишка в том, что вот здесь ты можешь взорваться. И тогда ты понимаешь, да, что ты в этом зале, блядь, здесь… Все доработал. То есть у нас коэффициент полезного действия должен где-то равняться к 80. Понятно, 100% это мы сдохнем. Но если мы работаем только на 40-50, ну и результат такой же будет. Да. Следующий подход. Это как раз то, почему я тут. Опа. Очень пел. Ты вот сейчас в ноги смотришь просто. Каждый раз, когда ты слышишь, не могу, блядь, вот прям еще. Давай, поехали. Один. Прям до выделения, до разделения. Независимо от того, что их залилось. Давай. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Внизу пауза. Внизу пауза. Пауза. Ждем. Поехали. Внизу пауза. Вверх. Внизу пауза. Вверх. Поехали. 5 раз. 3, 4, 5. Нежданчик, да, был, блядь? А у меня по сутки 100 раз. Я же говорю, это чисто такое посвящение в клуб. Ну, еще сотку я не стал с первого раза, он бы убежит отсюда. У меня 100 раз в подходе. Ножки перестали чувствовать после трех подходов. Фух. Да-да. И вот теперь нам еще приседать. Это мясорубка. Давай сделаем так. Давай, чтобы нет момента. Если ты здесь прочувствовал, то в принципе там мы можем не делать. То есть я хотел, да, чтобы ты капельку сделал. Если что, мы тогда в следующий хорошо раз сделаем. Видимо, чуть потяжелее пошло вес, и оно подключилось, потому да что до этого тащило, да. 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 Сначала ты просто раскачиговаривай. То есть всегда запомни, разминочный подход. Он не для того, чтобы просто, там, знаешь, поделать. Нет. Первый разминочный, как знаешь, путепровод для того, чтобы по нему потом жидкость шла, продукт какой-то шел, да, то есть та же самая кровь. То есть ты первым подходом затачиваешь себе все те ресурсы, которые должны ожить и потом наполниться кровью. Поэтому если ты первый подход не доработал, просто, ну, надо, да, чуть-чуть вроде, надо больше. Нет, нифига. Ты сразу берешь тот вес, когда ты уже распарен, и с маленьким весом начинаешь дохерачивать так, что ты чувствуешь, что уже, блядь, там все уже. Он уже все начинает, еще. И после этого любое твое телодвижение в плане наращивания веса, оно уже попадает туда, куда надо. Не надо дожидаться вот такого состояния. Ну, да, да, в принципе, мы уже на третьем подходе, видишь, уже попали. Давай, чемпион, еще. Давай. Теперь делаем, смотри. Три раза делаешь, внизу пауза. Жестко. Три раза делаешь, внизу пауза. Три раза делаешь, внизу пауза. Я только адаптировался к разгибанию, а мне уже паузу. Еще, смотри, еще имей в виду. Самая фишка в том, обман. Да, вытащи ноги пока, пускай. Обман в том, что ты ментально подготовился к тому, что сейчас будет. Ага. Нихера.
Я всегда буду маневрировать, так чтобы ты не привыкал к той нагрузке, которая как бы у тебя есть. В стрессе постоянно. В стрессе, да. И более того, так сильно для чего я смотрю. То есть обрати внимание, какие ноги были сейчас и какие они сейчас. Тут и три подхода. И вот мне важно, да, три подхода, в зависимости от этого, следующую тренировку. Когда процесс пойдет, будет сплит определенный, комплекс упражнений, но вполне возможно, мы его будем с тобой менять. Про физическое состояние, про то, как есть. Потом вариант, ты сделал упражнение, сделал еще просто, пошли, может, позировать будешь дольше, нежели чем ты будешь выдавливать. Да. Это все вот... Давай, чемпион. Один, два, три. Внизу пауза. Пауза, 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 пауза. Ниже, 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 ниже. Вверх. Раз, два, три. Внизу пауза. Ниже до конца. Вверх. Раз, два, три. Внизу пауза. Жать. Поехали без остановки. Раз, два, три, четыре, пять. Еще. Шесть. 7, там 8, еще 5 раз, 2, 3, 4, молодчик. Нормуль? Да. Такая боль, возможно, мне кажется, только на разгибание. Но только в этом упражнении. Так делал раньше или... Печка. Ну, я так далеко не заходил. Было, мы тренировались с Реганом. Делали по гигантские сеты Милоша. Тоже мясорубка. Там третий круг. Я уже с грифом. Я не мог встать. Реган там что-то... Ты историю нашу с Милошем знаешь? Ну, мы же с ним это... Всю историю много, что я ему привез. Еще в то время мы же с ним очень хорошо. Я сейчас смотрю, очень похоже. Это много, что я привез с Южного кладбища от бати. Очень много, когда я еще приехал туда, мы же с ним, ну, очень хорошие отношения с ним. Фу. Тебе выше? Наверное, да. Да, чуть-чуть, да. Повыше, да? На одну, да? Да. О, под пятки подкладываешь? Не. Окей. Ага. Давай немножко без штанги, как будем делать? Покажи мне, как ты будешь делать. Вот. Не в камеру скажу, но сейчас будет пиздец. Сейчас, мне кажется, с грифом будет тяжело. Не, братик, не так будет. Надо ноги чуть уже постоять. Чуть-чуть. Да, ноги будут уже. Уже, окей. Чуть-чуть шире. Параллельно друг другу. Да. То есть наша задача, если ты хочешь, грубо говоря, что, смотри на меня. То есть у нас есть нафакт. То есть, ну, по сути, потому как ты позировал. Широкая талия. В двойном бицепс спереди, когда ты вверх руки поднимаешь, талия становится широкой и длинной относительно ног, верно? Да, да. Есть такое? Да. Чтобы нам это скрыть, нам нужно еще больше гильфилла, не должен у тебя развалиться. Поэтому никаких приседаний широко мы сейчас делать не будем. Мы будем все делать так, чтобы бедро вывалилось наружу. Понял? Вот, поэтому ноги ты ставишь как можно вот на ширине плеч, параллельно ступни друг другу, колени на носки, и приседать будешь относительно где-то чуть ниже угла 90 градусов. Мне все равно, как ты это будешь делать, фронтально или сзади. Сейчас будет пиздец. Это будет пиздец, я сразу тебе говорю. Да. Да, и ноги до конца не выпрямляешь. Вниз. Вниз. Не вставай так высоко. Вниз. Вот так. Вот в таком диапазоне. Хорошо. Вот в таком диапазоне, да. Наверное, сегодня все-таки фронтально. И не как хочешь. Можешь фронтально, можешь за голову. На спине. Давно просто сейчас снова. Надо будет фокусироваться на то, чтобы удержать гриф. А так и возьму, и все. Просто сейчас еще крепатура такая сильная идет от большого количества химии. То есть, если ты говоришь 750 в неделю, вот эта крепатура тебе дает, то есть у тебя она не выработана. Ну да, я обычно меньше ставлю. Вот в прошлый набор мы 500 и все. Сейчас Крис решил, ну, видимо, в открытую, потому что он чуть-чуть поднадавил. Все очень круто, но я-то сторонник тому, чтобы у тебя мясо осталось. Чуть да. Больше, чем больше ты сейчас мясо наработаешь, тем больше оно останется. Я всегда не сторонник, когда мне говорят на фарме. Сейчас никто не поверит, что я сижу, блядь, там образно там
на хуйне, вообще сейчас ничего во мне нету. Сейчас я в референсе буду. Но рука своя 52 есть. Это все на работу. То есть можно сразу поверить, видишь, они мягкие. Но объем остался. То есть, когда я начинаю тренироваться, у меня оно есть, сила есть. Оно все, то есть оно уже здесь, фасцы сами созданы. Да, не за счет фармы, когда буфер, за счет просто фармы. Фармы, питания и тренинга, да. А именно наша задача поднаработать их. То есть поначалу ты сейчас будешь вот так захуевать. Но потом, когда они все будут наработаны, все мышцы будут, блядь, как знаешь, посеченные, блядь. Поехали. Так, думаешь, ничего не ставить пока? Да слушай, давай так сначала. Вверх не выпрыгивай, а монотонное движение. Во, во. 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 Еще, 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 еще. Еще. Пятки наружу. Пятки наружу выставь. Нет, нет, не носки, а наоборот, пятки. Во. Во. Поехали, поехали, поехали. Ты что, со штангой не встать? Чемпион. Давай, давай, работай. Хочешь на Олимпию, блядь, давай въебывай. Еще три раза. Давай, еще. Еще два раза. Как хочешь. Молочка. Прикол, да? Ну, получается, вот, ну, не отдельно пучки, а все. И получается, я просто как бы, ну, бесформенный. Следующую тренировку завтра тренируемся, чтобы видно были мышцы, хорошо? Да, да, да. Хочешь, да, чтобы там майка или что-нибудь такое, чтобы мы детально могли, там, где есть зеркало, сразу будем детально попадать. То есть мало того, что тактильно я трогаю, да, ты должен фокусировать туда внимание, максимальное напряжение. Вот, я так, то я тоже к этому пришел, чисто интуитивно, то что надо начать больше, прицельно впахивать. Ух. Ну, памп лютый. Многие недооценивают это упражнение. Разгибание? Ну да, считаю, как разогревочное. А по факту его вот в идеале, да, сделать вот так в начале многоповторочку и в конце силовую еще. С последним подходом, с прожимом. Когда ты понимаешь, ты прожал, и вот по ощущению, когда ты, блядь, напрягаешь пресс-бедро, да, что оно все туда, типа вперед. Ну понятно, уже не, у ног просто не будет шансов не вырасти. Ну, это то, что когда ты сам в зале, ты не зайдешь, ну, за грань вот эту. Ты вроде сделал, чуть поболел, и ты, да? Давай. Такое. Фу. Потренировался. Фу. Опа. Самое главное, ступни параллельно держи, да? Прям смотри в зеркало на себя, да. Вот так, да? Чуть-чуть. Нет, просто параллельно, да, потому что у тебя там носок наружу пошел. Так. Нору вроде. Поехали, поехали. Нормально, нормально. Вот так делаем. Раз. Колени чуть вовнутрь. Во. 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 Все. Работай, работай, работай. Все. Все, мужик. Чемпион, поехали. Все. Три раза. Еще раз. Фу. Фу. Это именно отказ. Фу. Сколько раз сегодня поел до тренировки? Три. Отказ
ну, в нужных мышцах. То есть не общий, как обычно это происходит, когда большой вес, ты общая усталость, ты просто не можешь там встать и все. А здесь очень точечно. Ровно там, где нужно. А видишь, не факт, что это твоя история. Если человек будет в другой физиологии, с Мухаммедом мы по-другому делали. Я делал по-другому. Все зависит от человека. Понимаешь? Да, да. То есть даже там тренажер-то по-другому мы сделали. Видишь, мы его отрегулировали. То есть ты не с самого низа, ноги туда не задирал. Хотя, в принципе, можно было бы пониже сделать. Но тебе это не нужно. Я люблю, когда она лежит здесь, где Валя чуть выше был. Это не имеет, в данном случае для тебя это не важно, для кого-то это важно. И каждый раз приходится манипулировать. Ну да, то, что по-любому какие-то индивидуальные моменты, это 100%. Чем хорошо здесь, обрати внимание, здесь все сделано, да, то есть они сконструированы, все тренажеры, которые можно, то есть еще будем тренироваться, ты поймешь, что, вот, казалось бы, да, вот, примитивный, старый, но он то, что нужно здесь. Там то, что если не зацепили бы мы сейчас каплю, мы бы туда пошли, мы бы все равно бы ее добили. Ну, они жесткие, потому что, да, сейчас все это оборудование, которое... современные эти фитнес-клубы, оно мягкое все. Особенно, знаешь, бывает, когда на ремнях ты чувствуешь вес, как будто он пружинит. Да, да, да. Ну как, для среднестатистического обывателя хорошо. На самом деле, особенно если для людей постарше, кто приходит чисто для здоровья. Но я смотрел интервью, Джей Катлер говорит по поводу тренажеров, что мы раньше, говорит, не опускались до 50 грамм углеводов, а сейчас, ну, спортсмены опускаются и не сохнут. Потому что, ну, оборудование все жесткое было, свободные веса, большой расход, интенсивные тренировки. Сейчас приходишь, там все плывет, течет, особо напрягаться не надо. Тебе нужно сейчас мне тоже сказать, когда будет перебор. Я, к сожалению, в твои чувства не могу залезть. Когда ты почувствуешь, что уже все, тогда мы должны уже остановиться. Я понял. Понял, да? Вот понимаешь, да, именно поэтому я не хочу все, что сейчас происходит с ногами, почему заднее бедро надо отодвинуть. Да, я сейчас не потяну просто. Понял, нормально, да? То есть мы иначе запорим или то, или то. Мы лучше сделаем это отдельно. Голень задом бедра, мы с тобой начнем тренировку в пятницу. А потом, грубо говоря, сделаем по одному, там, одно упражнение, может быть, два. Посмотрим, в зависимости от того, как будешь чувствовать, как будет. И перейдем на плечи. Если хорошо. Когда тренироваться вообще вот так круто, утро-вечер. Две в день, да? Утро-вечер, то есть ты всегда будешь по поводу одной группы мышц. Ты пришел сюда на 45 час, сделал свою работу и ушел. По поводу этой мышцы все напитал ее, все сделал, пошел отдыхать. Вечером восстановился, пришел то же самое сделал, то есть работа циклична. И сильно не устаешь, и в то же время туда, куда надо, попадаешь. И два раза еще обмен веществ стимулируешь, там жестко. Плюс там еще кардио. Да. Кардио, с помощью которого мы еще раз гоним обменные процессы для того, чтобы всю еду, которую ешь, чтобы тебе не пришлось вырезать сильно углеводы, тогда, когда тебе нужно будет сохнуть. Ты сохнуть будешь заранее. Да. Ты подойдешь уже в форме, уже в такой, более серьезной. Надо будет об этом подумать тоже. Ну, сейчас я думаю, для начала, пока я войду в ритм. Давай. Еще подходит. Ага. Вниз не проваливайся. Вверх. Вниз, так, стоять. Вверх. И вверх вниз, давай. Диапазон меньше, короче. Во. 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 Че? 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 Два. И еще раз. Видишь, есть провал в нижней фазе и в верхней. Ну сейчас уже, да. А, я взял, ну как бы уже нету тоже. Пойдем жать ногами.
Я на тренировке, вот я пью 3 литра воды и не хожу в уборную. У меня все в мясо уходит. А я заканчиваю тренировку, и с меня начинает. То есть наливает. Я перед сценой 1,5 литра напиваю. Я прихожу вот такое, на меня смотрит. Ну, типа, что сюда пришел я? Бутылку воды раскачался, оно в мясо и на сцену. Это очень хорошо. Причем качество не теряется. Не-не, оно в мясо, оно в мышцы. Пока вот, ну, но только пока работаю. Вот заканчивается работа, успокаиваюсь и начинает выходить. Нам удержать надо. Да. Чтобы мясо сочное было и не за счет воды. Поешь отдыхать. Это опасный тренажер, я уже вижу. Это жесткий угол. Это не эти жимы платформы, когда ложишься и просто по горизонтали жмешь. С Кристиной давно ты работаешь? Уже получается с февраля прошлого года, чуть больше года. Так, ноги задирают штаны. Еще выше. Конца. Чуть по... Не-не-не, чуть пошире. На ширине плеч ставь. Чуть-чуть, только параллельно. Да. Ага, ну. Поехали, поехали, да. Опа. О. До конца не упрямляй плечи. Ага. О, быстрее. О. Живот вперед, сядь. О, меньше выпрямляй. Поехали, поехали, работай. О, еще, еще, еще. Меньше выпрямляй. Бежим в напряжение. Давай, чемпион, блин. Блин, работай, я за тебя буду. Еще чемпион. Еще. Еще. Давай, мужик. Еще. Четыре. Раз. Есть. Другой, другой. Добренький денечек, можно сказали, да? Я тут посижу. Подтаскивание, когда мы делаем упражнение? Нет. Не-не-не. Очень важно. Для разделения. Глубина, да-да. Я так, я обычно говорю, у меня маленький набор упражнений. И то даже румынскую тягу начал. Начал только недавно делать, потому что разгибатели гипертрофированные. Я любые наклоны, у меня все в спину. Встань, походи чуть-чуть. Ты сейчас там найдешь охуею. Вов, Володь, я думаю, два раза давай сделаем, хватит. Еще два? Это я скостил тебе. А? Это я тебя скостил уже, как минимум два подхода. Я настроен серьезно. Но самое главное, чтобы тоже не перебрать, понимаешь, чтобы мерзляка не было. Но это, чтобы ты понимал, для тебя будет нормой. То есть для тебя это вот через некоторое время ты, блин, как на прогулку пойдешь. То есть мы сегодня ничего не делаем. То есть, видишь, мы вес даже не повесили. Там. Это вообще не твой вес. Твой вес это, блин, когда тут хватать не будет. Это просто то, что сейчас непривычно для тебя. Непривычная фаза, фаза негативная. Но там много вот, нюансов. Ну, амплитуда тоже, работа, да. Амплитуда, работа. Просто ты не за счет поднимаешь, да? Мне не важно количество раз, то есть я зачастую не считаю. Мне важно, чтобы с первого раза уже начал попадать туда, куда надо. И потом просто вот это ощущение еще держать. Если ты не работаешь в целевой группе мышц, в целевой амплитуде, да, то сколько у тебя, блядь, движений уходит просто в пустоту. Ну да, распределяется оно на все. И поэтому общий памп. Ты общий памп-то вроде получаешь, а не получаешь целевой. Можно за меньшее количество подходов, повторений, упражнений получить больше результатов.
туда, куда надо, целенаправленный. Плюсом оно еще будет более качественно, эффективно. Вот в этом и заключается ценность. Но тут тонкий момент. Сам, я не знаю, вы, если так, сами тренируетесь. Но мне кажется, что это нереально. То есть тут нужен человек, который будет тебя постоянно давай еще. Человек должен быть авторитетом для вас, потому что, ну, что просто не сказать в какой-то момент, да нахер оно мне надо. Нет, ну да, и надо быть готовым к тому, что зачастую, может, даже это может доходить до ругань, сказать, да, что-то надо, да. Но это нормально, это процесс, когда человек с собой борется, от этого растут чемпионы, результаты. Блин, без этого никак не получается. Давай, мужик. Вовчик, красава. Давай, чемпиончик. Мужик. Еще. Пауза внизу. Пауза. Вверху паузу сделай. Паузу подержи. Поехали. Еще. Быстрее. Два. Три. Еще. Четыре. Еще. Пять. Еще. Шесть. Еще. Три раза. Раз. Два. Еще раз. Молодец, весь. Даю, Мухаммед, даю. Пойдет, нормально. Один хорош. На какой день ноги болят, если болят? Следующий, через день. Сколько болят по времени? Вот по-разному. Вот давай сейчас надо посмотреть, если сейчас будет, вот после этой тренировки они заболят, важно, когда начали болеть и когда закончили болеть. От этого зависит тогда, когда можно их еще раз начать тренировать. Я понял. Так, грубо говоря, закончили болеть. Огонь. Закончили болеть 3 дня, еще они должны отдыхать. Ага, все. То есть не означает, что они закончили болеть, ты уже начинаешь. Нет. В это время, когда закончили болеть, очень классно попозировать, повыдавливать в напряжении, в статике. Что угодно, позирование, больше вот статически. Просто сама по себе тренировка, если сейчас мы начнем тренироваться, не только зал. Но это, блядь, просто вот будем еще позировать. Позирование будет худшая тренировка, что тебе кто-то снялся. Позинг, да. Тут хуже кардио. Вообще, мне кажется, хуже позинга ничего нет. Но зато ты, когда будешь, понимаешь, ты выйдешь на сцене, да. Тебе вообще фиолетово будет, сколько надо раз, сколько клаудов, когда, чего, да вообще насрать. Всегда стабильный. Я последнюю подготовку, час позинга подряд, каждое утро. У меня просто вот такая лужа вокруг. Я как робот. Чик-чик. Но потом, да, на сцене, как рыба в воде. Надо сейчас, вот на этой залитой массе. Уже. Начинай, да. Не тогда, когда тебе уже, знаешь, под конец. Нет, ты к тому времени должен прийти так, на ощущение, вау, сколько соревнований? Через неделю, ну, что, надо? Углеводов чуть больше, чуть меньше, все. Но ты в форме, плюс-минус, поехал. Отъелся, дал, расслабился, тут же поджался, тут же опять в форме. Плюсом активности будет больше. Я сразу буду требовать активности больше. Но зато есть будешь больше. Захочешь есть, будешь больше. Чистых продуктов, углеводов, ну там, со света сам уже разговаривает там дальше. Но, в принципе, сможешь. Ну, Крис, он такой, он видит, он тренинг не регулирует, но он понимает, ну, по телу уже видно. Он видит, ну, я залито, все, он еду забирает. Ты ему говорил, что со мной будешь тренироваться? Не, я еще не говорил. Сейчас, как раз завтра буду фотки высылать ему. Давай, крайний подход, мужик. Не последний, понял, да? Крайний. Формулировка очень важна. Последних подходов не бывает, бывает только крайний подход. Тяженький, да? Ага. Все. Давай, чемпион. 1, 2, разозлись. 3, 4. 5, не кидай вниз. Не кидай. От
любой чемпион, блядь, тренируется сильнее, чем ты. Давай, давай. Давай, давай. Еще. Еще, мужик. Давай, давай, все побежали. Давай, мужик. Еще. Три. Два. Молодец. Фу. Мухаммед, я иду к тебе в категорию. Давай. Фу. Так, теперь еще, да. Может. Ты ноги не ставишь, да, а они у тебя должны быть как бы на весу, да. Вот, такие, ага, да? Вот здесь, короче. Да, да, да. Все, я понял. Да. И еще колени вовнутрь. Вот так, да. Вот так. Да. По возможности. Во. А можешь упереться, самое главное, чтобы ступнями не упирался, да, сейчас кто-то подработает. Во, во. Ну, наверх, ну, на эти, вот так. Во. Во. Наоборот, вовнутрь. Тогда вот так. Да. Во. 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 Еще. Еще. Три. Раз, два, три. Ну, это прям вообще что-то новое для меня. Да? А, ну я вообще никогда не делал с ней. Мышцы не сводят от тебя в конце? А? Не, за счет большого количества воды нормально, да? Да, я магний, соль много ем. Раз, два. Соединяй до конца. Три, стукай. Да-да-да, стукай. О! О. О. Еще. Три раза. Раз. Да. Еще раз. Но тут фишка, я только колени заворачиваю, все, оно. Да. То есть, если по классике, можно долбить. Ногами, да. Все, да, ногами чуть-чуть. Сводят, понимаешь? Чуть-чуть, если колен, все. Да. Совсем по-другому. Еще будем маневрировать, еще будем маневрировать. Отсюда уйдем, будем подтаскивание делать. Так будем таскивать, чтобы оно выделялось. Будем даже на забитые ноги, чтобы, бля, у тебя разделения были. А эту воду сольешь, ну, то есть уже будешь подводиться, бля, чтобы у тебя все. Фух. Бог, на сегодня хватит. Так. Ну, чтобы ты понимал, да, то есть что, вот то, что сейчас происходит, это классика, то есть нет здесь ничего такого экстраординарного, что там штанга пустая. Это временно. Это временно для тебя незнакомо, это все победимое, приседать там обратно, вернуться в веса. Но только ты уже в других ощущениях будешь это делать. А, то есть чисто на целевой группе. И уже объем будет совершенно другой, и памп будет другой, и быстрее ты себе форму можешь делать. Все будет по-другому. Но самое главное сейчас нам выработать именно твой подход. То есть даже если посмотреть там мои видео, как я делал, тебе нельзя так делать. Я понимаю, да. Рост другой, у тебя кондиции другие. Смотреть нужно, визуализировать, в какой диапазоне. Все будем смотреть. Да. Я все понял. Я понимаю, что это, ну, это не 2-3 дня, это не месяца. Это бодибилдинг, это десятилетие, это грубо поезд, говоря. Знаешь, да. кто найдет, тот выигрывает. Кто не находит, где сюда ходит, толку никакого нет. Поэтому нормально. У меня вопросов нет, все очень все круто. Да, завтра я тебе все написал, завтра так вот все. Да. И потом вот 16:30 я тебе написал уже. Хорошо. Вот, аж на связи. Все, я у вас миг заберу только и все. А, да, я. Ключка, до свидания. Всего доброго. До завтра. Фу. Я напрягалась вместе с тобой. Пацаны, это то, что я хотел. Это то, ради чего сюда я приехал. Я предвкушаю, эта подготовка будет лютая. Фух. Ладно, погнали.